Это Альбина Шагимуратова, народная артистка Республики Татарстан, обладательница золотых медалей конкурса имени Чайковского, конкурса имени Глинки. Всего 2 года назад она дебютировала в партии «Царицы ночи» в Большом театре и потом покорила этой же партией слушателей в Ла-Скала, в Метрополитен Опера, в Венской государственной опере и других театрах. В Большом театре она исполняет также партии Людмилы, в Руслане Людмилы. И вот недавно, опять же, дебютировала в партии Виолетты в Травиате. Сейчас в исполнении Альбины Шагимуратовой вы услышите арию «Едвиги» из оперетты Оффенбаха «Робинзон Крузо», ну и затем великий русский романс, который и объявлять не надо, вы узнаете. Альбина Шагимуратова! Thank you.
Не могу.